очередь, очень интересная история. История про... не про людей, которые жили тогда, а про нас сейчас. Это история про каждого из нас. Коренные петербуржцы наверняка. Очень приятно смотреть. Очень профессионально сделано. Замечательная, большая музыка. Полноценная магистраль, где можно передвигаться только на коньках. Это настоящее признание в любви к Петербургу. Северная столица – полноценный герой этой волшебной рождественской истории. Интерьерные эпизоды снимались в знаменитых петербургских дворцах, а часть натурных сцен удалось снять на естественном льду многочисленных рек и каналов. Яркое и зрелищное кино о первой любви, настоящей дружбе и вере в мечту выйдет в широкий прокат 10 декабря. Дмитрий Пищухин, Евгений Костин, Дмитрий Мещерский, Галина Орлова. Вести, Санкт-Петербург. Вести следят за развитием событий в России и за рубежом. Оставайтесь с нами. Чтобы лидеры квалификации провалились. Марион Тено, девушка на этапах Кубка мира. В основном она выступала на североамериканских стартах, но при этом она очень здорово на них выступала, получала высокие оценки, отобралась в основной состав канадской сборной. И она хорошо исполняет свой прыжок, не без проблем, но я думаю, что в шестерку она отберется. Так вот, она в квалификации, дорогие друзья, показала точно такие же баллы, которые показала чемпионка мира и лидер прошлого сезона, обладательница малого хрустального глобуса, одна из главных претенденток на олимпийскую медаль, Лора Билл. Точно такие же высокие баллы. То есть эта девушка-открытие может в этом сезоне, вы знаете, блеснуть. Она очень стабильная. Я посмотрела, как она выступала на североамериканских стартах. Она обходила там Эшли Колдуэлл и Винтер Венецкий, первый состав американской команды. И выигрывала этапы североамериканские. Она, по всей видимости, обладает очень хорошей стабильностью. И я думаю, что в тройке она сейчас будет. Давайте посмотрим, насколько щедры были судьи. 78-43, третье место. Не останавливается. Порт не прекращает свою работу. То есть для подпорта это, в общем-то, штатная ситуация. Даже если пойдет дождь или снег, это мало что изменит. Река вновь наполнится только когда ветер переменится. В белорусском жлобе не перезахоронили останки советских летчиков, павших в бою. За 7 лет помогли местные жители, которые указали место крушения крылатой машины. По номеру двигателя поисковики установили личность экипажа. Репортаж Анастасии Саховской. По-солдатски, строго и сдержанно. Вместо катафалка военный ЗИЛ, траурный митинг на кладбище, где в годы войны и оккупации расстреливали пленных. Теперь здесь мемориал и братская могила. К месту перезахоронения урну с останками двоих красноармейцев, чтобы священник при отпевании мог назвать имя. Пилотов в зимней амуниции, лопасти, винтов, стойку, шасси. Теперь это экспонаты в зале защитников Отечества в местном музее. Лопасть винта, которая очень интересна. Под водой котлована на глубине 6 метров. Личных вещей практически не было. То есть ни оружия, ничего не осталось, но последний момент, да, нашли кусочек. И все цифры, номер двигателя, именно вот эта деталь была обломана, и благодаря этому определили экипаж. Их самолет раз в день 14 декабря 43-го штурмовик сбили немецкие зенитчики. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что самолеты этого полка выполняли боевое задание с целью уничтожить минометы противников, значит, в том числе и был указан номер. Занимает спокойно, с запасом проходит в суперфинал, и нам остается посмотреть на прыжок Лоры Пил. Вот так.